Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 11 муниципалитетах округа. По данным регионального оперативного штаба, на Ямале получены 183 положительных теста на COVID-19. Из этого количества 15 рабочих заболели в вахтовых поселках, еще 168 человек в муниципалитетах округа. Самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Надымском районе – 30, в Ноябрьске – 27, в Салехарде – 21, в Новом Уренгое и Лабытнанге по 20 новых случаев, в Муравленко 15 положительных тестов, в Губкинском 11, в Пуровском районе 10, в остальных муниципалитетах менее 10. Всего на Ямале госпитализировано 1278 пациентов, 28 находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 76 человек. По данным регионального оперативного штаба, за сутки от коронавируса скончались 4 ямальцев, 2 женщины умерли в Надыме, пожилая женщина и мужчина преклонного возраста в Салехарде.